Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Виктория. Сегодня приготовим вместе очень вкусный шоколадный торт. Такой тортик прекрасно подойдет на любой день рождения или любой праздник. Приготовить его совсем несложно. Оставайтесь со мной. Если видео и рецепт вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Приготовим бисквит. Для этого нам понадобится мука, яйца, какао, сливочное масло, сахар, разрыхлитель и щепотка соли. Сначала отделяем желтки от белков. Затем визуально разделяем сахар напополам. Одну часть сахара добавляем в желтки и взбиваем миксером. Взбиваем в течение 2-3 минут. Масса должна побелеть и увеличиться. В белки добавляем щепотку соли и оставшийся сахар. И взбиваем миксером в течение 4-5 минут до устойчивых пиков. В 150 грамм муки добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя и 3 столовые ложки какао. Какао обязательно нужно брать не сладкий, хороших сортов. Хорошо перемешиваем. Поочередно во взбитые желтки начинаем добавлять взбитые белки и сухие ингредиенты. Просеиваем через сито. Миксер нам больше не понадобится. Замешивать мы будем с помощью силиконовой лопатки, чтобы белки не осели. И таким образом поступаем со всеми оставшимися белками и сухими ингредиентами. Перемешиваем до однородности. Смотрите другие рецепты выпечки на моем канале. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео. 50 грамм растопленного и остывшего сливочного масла добавляем в тесто и хорошо перемешиваем. Вот такое по консистенции примерно должно получиться у вас тесто. Духовку ставим разогреваться на 180 градусов. Формочку смазываем хорошо обильно сливочным маслом. Выкладываем тесто в формочку. Ставим выпекаться бисквит на 25-30 минут в духовку. При 180 градусов готовность проверяем деревянной шпажкой, она должна выйти сухой. Диаметр моей формочки 24 сантиметра. Даю бисквиту немного остыть и извлекаю его из формы. Заворачиваю бисквит в пищевую пленку и убираю в холодильник хотя бы на пару часов, а лучше часа на 4. С помощью нитки разрезаю бисквит на 3 равных коржа. Посмотрите, какие красивые коржи получились. И получаются они очень вкусные. Приготовим шоколадный ганаш. Для этого в равных пропорциях берем сливки 30% жирности и шоколад. Сливки нужно довести до закипания. Выливаем закипевшие сливки в шоколад. Закрываем крышкой. И оставляем на 2-3 минуты. Затем силиконовой или деревянной лопаткой начинаем перемешивать в центре. Перемешиваем до однородности. Шоколадный крем накрываем пленкой в контакт и оставляем до полного остывания. Затем взбиваем миксером в течение 4-5 минут до загустения. Более подробное приготовление этого шоколадного ганаша вы сможете посмотреть на моем канале на отдельном видео. Все ссылки я вам оставлю в описании, так же как и точное количество ингредиентов и пропорций для этого торта. Собираем торт, выкладываем немного крема на подложку и сразу выкладываем первый корж. Пропитываем его пропиткой и обильно смазываем шоколадным ганашем. Затем выкладываем сверху второй корж, опять пропитываем пропиткой. Полное количество ингредиентов для пропитки я вам оставила в описании под видео. И также смазываем обильно шоколадным ганашем и сверху выкладываем третий корж. По бокам торт тоже обильно смазываем и стараемся немного выровнять шоколадным ганашем. Третий корж сверху промазываем абрикосовым вареньем или абрикосовым джемом. Заготовка для торта полностью готова. Отправляем ее в холодильник на несколько часов и пока займемся приготовлением шоколадной глазури. Для этого 150 грамм сливочного масла и 150 грамм темного шоколада ставим в микроволновую печь до полного растворения на 1-2 минуты, либо это можно сделать короткими импульсами по 30 секунд. Посмотрите, какая красивая глазурь получилась. Ее нужно хорошо остудить до комнатной температуры.
и покрываем глазурью наш тортик. Шоколадная глазурь на основе сливочного масла очень хорошо подходит под покрытие тортиков под мастику. Немного можно помогать ножиком, для того, чтобы шоколадная глазурь полностью покрыла весь тортик по бокам и сверху. Затем убираю торт в холодильник, для того, чтобы шоколадная глазурь застыла, и буду украшать его. Сын выбрал персонаж миньона, поэтому я буду украшать его с помощью мастики. Как я оформила этот тортик в виде миньона, вы сможете посмотреть на отдельном видео. Ссылочку я вам оставлю в описании, также вы ее увидите в подсказках. Вы же можете украсить тортик совсем по-другому или сделать украшение мастикой совсем другого персонажа. Также тортик, покрытый шоколадной глазурью, смотрится и так уже очень красиво. Его можно украсить шоколадными конфетами, шоколадной крошкой, ягодами, фруктами. Это уже смотрите на ваш выбор. Если рецепты видео вам понравились, пишите мне свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю прекрасного настроения, удачной выпечки, прекрасных вам дней рождений и до новых встреч с новыми рецептами!